Загородный дом – это моя мечта. Все так, как было задумано. Эта строительная компания делает все под ключ. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы сдаем очередной дом по проекту «Бавария-М» с террасой. Общие размеры этого дома 13,4 на 10,7 метра с учетом уже пристроенной террасы. В доме есть достаточно просторная прихожая. Больше 6 квадратных метров у нас с вами техническое помещение размещено, инженерное оборудование, место для установки газового котла. Достаточно большая, почти 35 квадратных метров жилая зона. Отдельная зона кухонная, такая небольшая кухонная ниша, в которой можно разместить все кухонное оборудование. Кроме того, в этой жилой зоне в 35 квадратных метрах у нас с вами стоит камин. Достаточно просторный санитарный узел на первом и на втором этаже. Площадь и того, и другого больше 6 квадратных метров. В каждом из этих санузлов имеется оконный блок. То есть это санитарные узлы с естественным освещением, если нужно, с дополнительным проветриванием за счет там, вентиляции. Этот дом имеет 4 спальни. Одна спальня находится на первом этаже. Комфортная лестница, по которой мы поднимаемся на второй этаж. 3 спальни разной площади находятся на втором этаже. Большая спальня на втором этаже имеет площадь больше 20 квадратных метров. 2 спальни еще на втором этаже – это 15 и 12 квадратных метров. Просторный холл на втором этаже, из которого можно подняться на чердак, по чердачной лестнице. На большом чердаке можно как размещать какое-то дополнительное имущество, хранить сезонные вещи. На чердаке также смонтировано освещение. После каждого осмотра мы проводим презентацию для наших гостей. На такую презентацию можете попасть и вы. Проходите и записывайтесь внизу по ссылке, и вы сможете попасть и посмотреть вновь построенные дома от компании «Бакуб».